друзья, сегодня в этот замечательный солнечный день мы собрались здесь по поводу замечательного праздника, который отмечают на всей планете. Это День защиты детей. Сегодня хозяева на планете наши замечательные дети. Поэтому, дорогие взрослые, давайте громко-громко поаплодируем нашим детишкам. Они сегодня хозяева. Много лет тому назад в мире звездных тайн у меня была своя детская мечта. Улыбнулась мама мне, за руку взяла, научила песенке, что в жизни помогла. Что манит птицу высота, высота, рыба смеется, глубина, глубина, все успеешь. Спеши, посчитай, раз, два, три. Что манит птицу высота, высота, рыба смеется, глубина, глубина, все успеешь. Посмеши, посчитай, раз, два, три. Мне хотелось такая рано взрослой стать, чтоб никто мне не стал что-то запрещать. Улыбнулась мама мне, за руку взяла, научила песенки, что в жизни помогла. Что манит птицу высота, высота, рыба снится, глубина, глубина, все успеешь. Не спеши, посчитай, раз, два, три. Что манит птицу высота, высота, рыба снится, глубина, глубина, все успеешь. Не спеши, посчитай, раз, два, три. Иногда я боюсь что-то упустить, кажется, успею все, если поспешить. Но до трех досчитав, в зеркало смотрю и себе мамину песенку пою. Что манит птицу высота, высота, рыба снится, глубина, глубина, все успеешь. Не спеши, посчитай, раз, два, три. Что птицу высота, высота, рыба снится, глубина, глубина, все успеешь. Не спеши, посчитай, раз, два, три. О, ручки наверх! Высота, высота, рыба снится, глубина, глубина, все успеешь. Не спеши, посчитай, раз, два, три. Что всем вам запомнится надолго, что улыбки ваши будут шире, светлее, ярче, что будете каждое утро начинать с того, что, просыпаясь, открывая глазки, будете улыбаться мамочке, улыбаться папочке, улыбаться братику или сестренке, а выйдя во двор, улыбнетесь первому встречному, ведь от улыбки станет мир светлей. Дорогие друзья, на самом деле эта идея, наверное, возникала у меня очень давно. Так как сама являюсь на протяжении 4 лет мамой особенного ребенка, давно возникла идея создать какое-то общество, в котором мы будем все дружить, все мамы, папы, бабушки, дедушки, делать праздник для наших деток. Это был первый раз, когда я организовывала такое мероприятие, поэтому заранее у каждого из вас хочу попросить прощения, если что-то было не так. Вот, вам отдельное от меня большое спасибо. Спасибо за то, что вы откликнулись, привезли своих деток, несмотря ни на что. Я думаю, что это не последняя наша встреча, и мы обязательно с вами встретимся, и мы обязательно сделаем наших деток чуточку счастливее, и чтобы наши детки с вами почаще улыбались, поменьше отчаялись. Спасибо вам огромное и низкий вам поклон за то, что мы сами делаем для наших детей.